это было очень необычно. Все говорили о том, что должна появиться какая-то удивительная компания, и там потрясающий продукт, и просто невероятный маркетинг-план. Нам не только единственное, что не говорили название компании. Я лазил в интернете, искал. Было одно событие, которое действительно сделало нас, открыло для нас Ксанго максимально широко. А мы пришли принести большое, светлое, настоящее, богатое, счастливое будущее нашей стране, СНГ, нашей с вами родине. И Ксанго здесь. Добро пожаловать, Ксанго, и спасибо за это наше рождение. Меня зовут Вадим. Меня зовут Елена. И мы родились. В 2010 году. В Париже.